Сейчас мы хотели бы исполнить произведение, которое я исполнял только один раз в жизни. На то есть свои причины, есть просто произведения, которые очень сложно переживаются эмоционально, душевно, духовно. И, вероятно, нужно было, чтобы прошло какое-то количество лет именно в моей жизни. Каких-то переживаний, эмоций, которые все-таки, может быть, сделали и дух крепче, и дали возможность попробовать прикоснуться к этому произведению еще раз. «Крик птицы». Тебя в дерево, я мог превратить тебя в зарево, но я превратил тебя в птицу, навеки расставшись с тобой. Уж если навек не вместе мы, так пусть же в жизни хоть раз. Печальные годы. И однажды ко мне на рассвете вернулись друзья с охоты и бросили птицу на стол. И здешние птицы, и странные, с глубокой кровавой раною, с глазами такими знакомыми,
Так что я так грустно пою над убитой крылатой невестой. Я на коленях стою. Ты была сиреной, я пел твои песни звеня. Тебя не хотел простить я. Спасибо огромное. Спасибо.